Представители одной из самых опасных и мужественных профессий чествовали в районном культурном комплексе. Щелковские пожарные отметили свой профессиональный праздник – День пожарной охраны России. Эти люди – настоящая гордость для своего государства. Прийти на помощь в, казалось бы, безвыходной ситуации – их долг. Поэтому каждый, кто служит в рядах пожарной охраны, является настоящим примером для подражания. Те, кто пришел поздравить огнеборцев с праздником, не раз упоминали об этом со сцены и, конечно же, желали представителям сложной и опасной профессии успехов и крепкого здоровья. Пусть ваша профессия всегда будет достойно оценена нашим государством. Пусть у вас все будет хорошо в ваших семьях. Пусть будут здоровы ваши близкие. Спасибо вам большое от жителей. На самом деле вы, жертвуя собой, порой выполняете вещи, делайте то, что, ну, наверное, должен делать настоящий мужчина, настоящий специалист в этой области. Ну и, конечно же, какой праздник без награждения лучших? Почетные грамоты и медали получили самые отличившиеся сотрудники. Среди них не только мужчины, но и женщины, которые с уверенностью могут опровергнуть заблуждение, что работа в пожарной службе – дело исключительно сильной половины человечества. Ну а чего же в этот день хочется самим пожарным? Как оказалось, мечты у всех похожи. Поменьше чрезвычайных ситуаций и побольше простых радостей жизни. Хочу от всей души, чистого сердца поздравить их с профессиональным праздником. Пожелать им добра, счастья, удачи, чтобы все их мечты, даже самые заветные, сбывались. И чтобы всегда возвращались домой. Мария Смирнова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».